Всем привет! Сегодня мне пришла посылочка с бусинками Дзы. Вот такой вот интересный конверт. Он весь проклеен внутри вот этими вот пимпочками. Я из этого конверта достала вот эту вот коробочку. Здесь прилагается сертификат к одной из бусинок Дзы. У меня такой, знаете, не очень легкий период сейчас в жизни. И, наверное, все нам спускается свыше. В помощь мне одна из блогеров выпустила ролик о бусинках Дзы. Я впервые о них слышала, ну и почувствовала, что мне они тоже нужны. Сначала обратилась к своей подруге, которая живет в Санкт-Петербурге. Она сказала, что поищет. Но, сами понимаете, когда вот уже захотелось, то захотелось. Значит, и мне пришли бусинки. Они мне пришли вот в такой коробочке. В ней, наверное, я и буду их хранить. Потому что здесь вот такая специальная тряпочка. Я даже не хочу это разбирать, распаковывать. Смотрите, коробка такая прям серьезная, приличная. Когда у меня будет, может быть, что-то там из камня или из дерева очень приличное, то я каждую бусинку положу в отдельную коробочку. Пока вот в этой коробочке они пришли, тут с магнитиком. Вот с такой атласной подстилочкой на мягком-мягком поролончике. И вот на одну из бусин, вот она просвечивает в целлофанчике, есть сертификат. Это бусинка здоровья. Я спросила у представителя вот этой фирмы. Смотрите, вот как я эту бусинку вытаскиваю, как они хорошо мне ее упаковали. Здесь на бусинке есть вот такой вот типа этикеточки. Ну, это вот, видите, это вот как раз номер и сертификат. Вот он совпадает. Эта бусинка, ей несколько лет, она намоленная. Поскольку у меня профессия связана с медициной, я, естественно, это вот при вас распаковываю. Я сейчас все это уберу и буду вот смотреть, как я буду носить эту бусинку. Вот они носятся вот здесь на пульсе или носятся на шее в области еремной выемки. Это вот у меня бусинка для здоровья, ну, для удачи в моей профессии, в моем труде. Вот, поэтому вот я ее заказала. Это вот такая вот бусинка с сертификатом. Это из камней делается. Я даже сильно не вникала, из какого камня это на данный момент. Еще у меня еще две бусинки. Это бусинка 21 глаз, она из новых, типа новодел, да, но они, эти бусины, все обладают мощностью и силой. И третья бусинка у меня шестиглазка. Вот это вот старинная бусинка, она, видите, такая большая. Вот, ну, старинная, не старинная, ей 40 лет. Вот она как ложится вот сюда. Мне предлагали вот эти вот поставщики сделать все это в браслете. Ну вот я посмотрю, каков диаметр вот этого. И, в общем, еще сама не знаю, как я буду это использовать. Сейчас я попробую пропустить вот сюда имеющиеся у меня цепочки, посмотреть. Ну или ниточки. Как-то мне не очень нравится, так как их предлагают носить. Ну, посмотрю. Вот. И, значит, есть такие бусинки, они девятиглазки. Это очень популярные бусинки. Они приносят молниеносную прибыль для людей, которые хотят разбогатеть. Но я, как сказала одна из героинь «Женитьбы Бальзаминова», мы люди простые, нам наследство ждать неоткуда, и разбогатеть тоже неоткуда. Я решила так, что вот эта бусинка «Шесть глаз», это будет для нормализации моего какого-то внутреннего пространства. Это бусинка для здоровья и для успехов в работе, и для моего собственного здоровья. И я вам скажу лишь так, что вот эта бусинка 21 глаз, я не скажу, для чего она. Кто хочет, посмотрите сами. Но я решила, что мне она очень-очень-очень нужна. Вот. Ну и вот сейчас я немножечко займусь,
Как же я буду носить эти бусинки? Мне или заказать придется кулоны, или продеть какие-то ниточки. В общем, я еще не знаю. И в подарочек они мне положили такой вот браслетик. Это вот, по-моему, пластик. Да. Ну, не знаю даже, что я с ним буду делать, но подарок есть подарок. Очень приятно. Большое спасибо. Ну вот, я надела бусины на золотую цепочку. У меня вот есть такая очень тонкая цепь. Это вот у меня шестигласка, видите, какая она большая. Это бусинка здоровья. И вот эта бусинка моя тайная покровительница. Бусинка 21 глаз. Вот. Я, конечно, так носить их не буду. Вот, может быть, даже я буду как-то носить их не на виду. Я еще посмотрю, как это будет на самом деле. Это я вот просто вот надела, чтобы показать вот эти бусинки. И цепь эта очень тонкая, и вот она, колечко этой цепочки прошло вот в эту вот бусинку. Но это вот мне захотелось их померить. Сейчас я буду еще мыть бусинку, снимать этикеточки. И вот надену вот одну из бусинок, вот эту вот большую. Ну вот посмотрите, у меня бусинки подошли к диаметру одной из моих цепочек. Это такая вот тоненькая, очень золотая цепочка. Вообще они должны быть где-то вот здесь, да? Но это вот дело времени. Я сегодня только получила эту бусинку. Ну, сейчас я их ополосну очень хорошо. Считается, что их нужно помыть 15 минут. Вот. Ну и буду начинать носить. Попробую подобрать к ним вот что-то такое, на чем можно будет носить эту бусинку. Вот. Всем пока!